Яны працуюць нават 8 сакавіка. Для жанчын, якія рэалізуюць кветкі, свята, здаецца, не існуе. Праўда, самі прадаўцы на гэты конт маюць іншую думку. Па-першае, кажуць, іх пастаянна віншуюць пакупнікі мужчыны, а па-другое, калі побач столькі кветак, настрой дрэнна быць проста не можа. Бяруць тюльпаны больш, канешне. Обычные розы можно же и в обычные дни дарить женщинам. Можно каждый день дарить. Весной, 8 марта, естественно, идут тюльпаны больше. Берут и по одному, берут и по три, берут и по 25. У вогуле цены сегодня достаточно демократичные. Один тюльпан каштует 2 рублей, а букет с трех кветок отдают за 5. Так само 5 рублей каштует одна галинка звычайной хризантемы. И хризантемы рамонковые, так само одна ружа. Что тычется краин, за каких этой кветки привезли, то тут география от Эквадора и Голландии до Беларуси. У опошних годов у нашей краине научились выращивать кветки, которые и пригожие, и добро заховываются. Розочка очень красивая, белорусская, шикарная. Научились выращивать достойно, чтобы подарить красиво женщинам. Женщины наши заслуживают. Партую кветок сегодня набыли супрацовники Дзяржаўтаінспекцыі для віншавання жанчын, якія знаходзяцца за рулём і не парушаюць правілы дарожнага руху. Хоць на гэты раз усе і так былі вельмі акуратнымі. Калі машыну спыняе супрацовнік Дзяржаўтаінспекцыі, гэта не вельмі прыемна, нават калі, здаецца, нічога не парушаў. Але сённяшні выпадак асаблівы. Аўтамабілі спынялі выключна для таго, каб уручыць жанчынам-вадзіцелям кветкі і падарункі. Быць культурным і ветлівым для супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі абавязковае прафесійнае патрабаванне, але ў гэты дзень, здаецца, яны асабліва карэктныя. Калі віншуеш жанчын, по-іншому просто немагчыма. Скажите, поздравить вас в честь 8 марта с праздником, пожелать вам всего самого хорошего, спасибо, наилучшего взаимопонимания на дороге, чтобы у вас все было хорошо и все получалось. Это вам от нашей государственной автомобильной инспекции цветы и небольшие памятные подарки. Спасибо большое. Что тычется самих женщин-водителей, то им акция с вручением кветок и подарунков сподобалась. Некоторые навод проезжали по центральной площади Гомеля по несколько разов. За одной метой, как их спынил супрацовник ДАИ, такое можно убачить только 8 соковика. Очень приятно, неожиданно, конечно. Рады, что у нас такое ГАИ. Вот. Радует женщин в такие дни, праздники. Подарков не ожидала, очень приятно, праздник удался. Олег Сентеров, Евгений Матейнко, телерадиокомпания «Гомель».